после выступления проводит, проходит температура, заболевание, может с вами случиться то же самое? Да, может быть. Мобилизуется. Поскольку мы уже вышли в эфир, у меня к вам вопрос. Когда возник научный интерес к неразумному племени хазаров в нашей стране и вообще за рубежом? С чего началась история изучения хазар? Я думаю, что начали заниматься хазарами у нас в стране как, ну, примерно в середине 19 века, так? Ну, да. Да. В основном это, ну, немножко пораньше, может быть, ну, в первой половине 19 века вот, собственно, специалист по хазарской тематике первый был вот этот вот Григорьев. Вот, да. Вот он, конечно, возбудил интерес к хазарской тематике несколькими своими просто очень талантливыми статьями. Ну, вот. А потом начались переводы на с арабского, персидского и других языков на русский язык. И там все время начали попадаться хазары, упоминания о них. То есть появился интерес именно не только у научной, так сказать, элиты, но и не столько, сколько у людей мало даже и связанных с наукой. Вот. Тем более, что знаменитый, как ни избирается, знали все, и, в общем, хазар воспринимали как нечто реальное. Ну, вот. Пожалуй, более всего, если можно вторгнуться, да. Заинтересовала всех еврейско-хазарская переписка, которая считалась поддельной очень долго, до того, пока не были открыты новые свидетельства этой еврейско-хазарской корреспонденции. Вот в конце 19-го и начале 20-го века, особенно после открытий, сделанных вот в документах каирской генизы, в документах древних еврейских, средневековых еврейских, интерес к хазарам, как к некой реалии исторической, очень сильно возрос. И вот уж тогда наступил черед археологов, и да, было открытие археологической хазары. Ну, археологи, дело в том, что, видите ли, в начале, в конце 19 века, в начале 20 века нашли памятники очень яркие, очень сразу привлекшие внимание и других археологов, вот, но, в общем, археологической уже общественности, но как-то очень долго никому не приходило в голову, что можно хоть как-то связать их с хазарами. Но постепенно все-таки эта мысль стала проникать в головы ученых. По той причине, что на этой территории, по письменным источникам, даже хотя бы по тому же Иосифу, по письму царя Иосифа, ясно было, что это, в общем-то, территория все-таки хазарского каганата. О какой территории мы сейчас говорим? Вот, сейчас мы, вот я и хотел сказать, территория это такая вот у хазарского каганата. Все донские степи и лесостепи Донского бассейна. Кроме того, значит, Нижнее Поволжье. Кроме того, часть Крыма. И Предкавказье. Это огромное образование. Это огромное образование 700 на 500 километров. Вот. Поэтому, естественно, что надо было искать на этой территории определенного типа памятники, которые вот нашли, первый нашел в Салтове
около села Салтово могильник, это учитель местной школы Бабенко, и второй на знаменитой Воронежской области на Дону. Салтово на Донце, а этот на Дону. Ровно сто лет назад. Это Маяцкое городище. Салтово ровно сто лет назад ведь было открыто, да? Салтово сто. Сто лет назад у нас были и Хазарские. Да, да. А Маяцкое раньше, естественно. Вот. Но как-то вот. И так эта культура стала называться Салтово-Маяцкое. И так привыкли к этому названию, что уже вот хазары опять стали как бы тонуть здесь, в этом названии. Вот. А насколько я помню, бум такой хазарской археологии начался с работы Михаила Ивановича Артамонова, в которой вы приняли. Дело в том, дело в том, что вот первый все-таки сказал о том, что это хазары, вот этот самый учитель Бабенко. Но у него не было никаких, конечно, данных для этого заключения. Но там говорили еще крупные ученые об этом. Но первым по-настоящему действительно взялся осмыслить этот материал и как-то связать его с хазарами, вот Михаил Илларионович Артамонов, мой учитель. Вот. Это было, у него вышла замечательная статья в 40-м году еще, то есть до войны. Угу. Вот как раз он ее назвал Саркел и некоторые другие поселения, ну, Дона, так сказать. Вот. И это было, собственно, началом настоящего археологического хазароведения. Угу. Вот. Еще до войны Артамонов раскопал часть, очень небольшую, денег всегда давали не очень много, поэтому очень небольшую часть Саркела. Но после войны, в 49-51 годах, строили канал, то есть Цимлянское море. Вот. И на эти строили их очень быстро, и это была одна из строек коммунизма, поэтому, в общем, призвали вот одного из самых известных археологов Артамонова докапывать свой памятник. И вот он, значит, под его руководством начали копать Саркел, и не только Саркел, но и ближайшие от него и синхронные ему, и одновременные ему поселения. Ну, что сказать о Саркеле? Ведь саркельская экспедиция вошла в быт очень многих ленинградских ученых. Мы до сих пор, если ты Саркель, значит, ты брат. Так считаем, вот. Поэтому экспедиция была замечательная, на мой взгляд, и по тому, как дружно, в общем, жили все студенты, а их было около 100 человек, и как дружно работали все ученые там. Так что все было, замечательная была экспедиция. Михаил Иванович отдавал, несмотря на то, что его в это время назначили директором Эрмитажа, он вынужден был летать все время в Ленинград и обратно, значит, в Саркел. Вот. Он все-таки уделял нам большое внимание, и вот эти вот замечательные совершенно лекции, которые он читал нам и рабочим, которые там работали. Рабочих тоже 100 человек, женщин. Что за женщины-то были? Можно это сказать? Можно сказать, по-моему. А если можно сказать, то женщины были заключенные. Вот. Жили они в лагере таком
каре, окружен проволокой, в палатках таких же, как у нас, кстати. И работали мы с ними, поскольку они обязаны были 9 часов работать, то мы 9 часов, поскольку никаких суббот, естественно, не было, то и у нас не было. Вот. Но в воскресенье все-таки давали отдохнуть и тем, и тем. Вот. Так что вот такая вот была экспедиция. Находили мы, ну вы знаете, ведь археологи находят вовсе не всегда драгоценные вещи какие-то. Но мы находили явные свидетельства того, что Саркел, во-первых, был великолепно построен сначала там византийцами, а потом ведь он был достроен хазарами, самими это доказано очень хорошо, измерениями там кирпичей и так далее, другого немножко типа кирпичи, похоже, правда, сделанные. У византийцев они были лучше. Вот. Ну, вот. Но, в общем, мы нашли не, собственно, даже не стены. От стены остались только, в общем-то, очень небольшие участочки, очень небольшие. А мы нашли отпечатки кирпичей. И у нас даже была песня про отпечатки кирпичей. Вот. Отпечатки кирпичей на глине ставили не на фундамент, а прямо на вот отнивелированную ровную поверхность. Вот. И это тоже хазарский прием. То есть хазары уже отлично владели и сами архитектурными навыками и приемами. Но все-таки вот Каган позвал, попросил императора Византии прислать инженеров византийцев, которые помогли поставить на Дону крепость. Ну вот он послал туда этого Петрона Коматира такого, который, в общем-то, вел больше шпионскую деятельность. Чем строил. Да, и поэтому они как-то недостроивши, вдруг раз и уехали. Угу. Вот такое впечатление, во всяком случае. И прямо рассказали, как и что надо, как и нужно бороться с хазарами, чтобы несколько их ослабить. Все-таки возвращаясь от частностей, да. К общей истории, да. Хазар. Да. После раскопок Саркела, после других раскопок, да. После изучения документов, которые стали находить, да. В том числе и в Каирской Генезе, да. Выяснилось, наверное, общая картина возникновения и исчезновения хазарского каганата. Вот если можно, буквально в нескольких словах, да, что же это было за государство, можно ли это называть государством и так далее? Дело вот в чем. Ведь после Саркела действительно начали работать несколько археологов, которые провели вообще довольно большие разведки и раскопки на территории каганата. И кроме того, более молодежь археологическая тоже начала работать над этой же тематикой. И, в общем, в результате, вот сейчас, через 50 лет после Саркела, открыто уже около тысячи, нет, даже более тысячи памятников, крепостей, поселений, ну, естественно, могильников и отдельных погребений, святилищ. Все это вот, ну, так сказать, труды археологов. И они поставили, вот я все время об этом, так сказать, думаю, вот они поставили все эти точки, которые были сомнительны хотя бы и в письме царя Иосифа, и у других авторов, конечно, арабских, и, ну, греческих и так далее, латиноязычных. Ну, вот. А археологи доказали, что, значит, поселения были оседлые. Вот это очень существенно.
оседлые занимались люди земледелием, причем очень развитым. Ну, уж я не буду говорить там о пшенице, но виноград разводили же. Там, где сейчас цимлянские вина делают. Вот и тогда, видно, делали. Вот. Ну вот, дальше, ну, что еще они, ну, великолепные вещи делали в ювелирных мастерских, и златокузнецы из своих, значит, рук выпускали просто произведения искусства. Вот. И кроме того, значит, база, экономическая база Каганата была очень сильной. То есть вот эта вот земледельческая, скотоводческая экономика, которая, собственно, кормила Каганат. И дальше и вот эти вот развитие ремесел самых разнообразных, а даже ведь плавильные печи уже обнаружены сейчас, железоплавильные. Причем очень интересно, на Осколе, там, где сейчас железоплавильные заводы сейчас. Вот. И они начались еще вот в 9 веке. Вот. Ну, вот. Дальше, значит, что ж еще? Как историк, вот, может быть, я да, смогу, да, добавить к тому, что действительно дала археология для понимания истории. Мы теперь определенно знаем, что небольшой этнос, ну, можно сказать, даже не народ еще, а племя, обитавшее ну, где-то уже в середине VI века в предгорьях Дагестана. Да. Тюркоязычное племя хазар, впервые упомянутое в середине VI века, оказалось довольно выгодном положении в тот момент, когда огромная империя Каганат, созданный тюрками, простиравшийся от Центральной Азии до Северного Причерноморья, распался. И вот хазары оказались в совершенно выгодном и географическом, и экономическом положении. У них в руках оказались предгорья Дагестана, где можно было развивать самую разнообразную экономику, и где были связи с Закавказьем и с Византией. У них оказалось, ну, право, совершенно не могли претендовать, как их правители были представителями знатного тюркского рода Ашина, они могли претендовать на власть над другими тюркоязычными народами. Они сумели, оказавшись в таких динамичных условиях, использовать максимально для себя эти условия, смогли не только захватить власть на Северном Кавказе, видимо, в союзе с аланами, которые так и остались их ближайшими партнерами, какими там отношения не были сложными, хазары и аланы были всегда более или менее вместе, и салтово-майцкая культура, вот тут она, ну, ее можно назвать условно хазаро-аланской. И эти самые хазары, опираясь на Северный Кавказ как на базу, не только упрочили свою власть в степях, где господствовали в те времена болгары, не те болгары, которых мы сейчас знаем как славянский народ, население Болгарии на Балканах, а болгары, тюркоязычные кочевники, хазары смогли таки подчинить часть болгар, другую часть, которая им не подчинилась, они вынудили отступить за Дунай. И так возникла Болгария Дунайская, до сих пор сохраняющая это название. Еще одна часть вынуждена была переместиться в Среднее Поволжье, признавая при этом власть хазар. Хазары дошли до Среднего Поднепровья, оставили там, ну, выдающиеся памятники, гордость Эрмитажной коллекции, Перещепинский клад, да. Если Светлана Александровна, наверное, согласится с тем, что в основном это клад, все-таки оставленный хазарами, подчинили часть славянских племен. И вот тут это пресловутая хазарская дань, о которой многие спорят, хазарская дань со славян, она ведь, ну, была, ее роль очень верно угадана еще Василием Ключевским, великим нашим историком. Он сказал, что благодаря тому, что хазары установили нормальные отношения со славянами, пусть это были даннические отношения, славяне получили возможность расселяться в самых благоприятных для развития земледелия районах степи,
И эта дань способствовала расцвету славянской земледельческой экономики. А хазары были заинтересованы в том, чтобы получать хлебные продукты, в первую очередь, в качестве этой дани. Вот так возникло это государство, которое действительно смогло объединить и заинтересовать в этом объединении разные народы. И славян, и аланов, и болгар. Это было первое полиэтническое образование, государственное образование в тех пределах, в которых сейчас существует частично Российская Федерация, и в меньшей мере Украина. Ну и, конечно, хазары не остановились перед тем, чтобы захватить богатые города, принадлежавшие Византии, богатые города Боспора и Крыма. Другой традиционный маршрут со времен скифов – Закавказье, где также можно было грабить накопленные в городах за тысячелетия богатства. Вот это было начало хазарской истории. Археологически доказано. А каким образом такое полиэтническое государство, где в основном были представители тюркских народов, да, и... иранских, если говорить об Аланах, славянских, если говорить. И славянских, да. Каким образом это политическое сообщество или государство в качестве официальной государственной религии приняло иудаизм? Ну, вот тут, может быть, у нас опять будет некоторая полемика со Светланой Александровной, потому что она подходит с точки зрения археологов к этой проблеме. Проблема археологическая заключается в том, о чем сейчас скажет Светлана Александровна, что иудаизма вроде как и не было. Дело в том, что, иудаизма в хазарском каганате, вот о котором я вот о памятниках, о которых я рассказывала, просто не было. Вот. То есть нет ничего, что подтверждает? Нет ни одного памятника, который бы можно было связать с иудейской религией. Вот. И наоборот, были памятники варварской языческой религии. Мы встречаем вообще такие жутковатые картины убийства, скажем, ритуальные убийства женщины, которые потом бросали в заброшенную кузницу, например, вот, для того, и потом засыпали все землей, для того, чтобы умилостивить кузнечного бога, и чтобы он не обижался, что засыпали это самое. Кроме того, этих убитых погребений женщин и детей, убитых, но именно жертвенно убитых. Вот. Поэтому для иудейской религии это даже смешно говорить, это не свойственно. Вот как раз они больше блюдут этот закон милосердия, чем все остальные религии, мне кажется. Вот. Да. Поэтому вот это не положено. Вот. Ну, сейчас мне, может, могут возразить, что они вот в Израиле воюют, но ведь если на тебя нападают, то что ж надо делать? Вот. Ну, вот. Так что вот такое вот положение дел. И больше нигде, никогда. Об язычестве хазарском я много могу говорить, но... Я не соглашаюсь с вами в тезисе о милосердии иудеев, вспоминая хотя бы маленький эпизод из Исхода, когда Моисей, спускаясь с горы, только что получив 10 заповедей, вынужден был уничтожить 6 тысяч народа своего же, и многие другие эпизоды из истории иудейской. Я могу не согласиться, но первое возражение, которое приходит на ум, да, ведь если историки правы, и иудейскую религию приняла верхушка хазарского каганата, то эта верхушка должна была располагаться где-то, где находилась столица. Столица до сих пор не найдена. Вот это самое главное. Я вот хотела сказать, нет, есть еще все-таки места, где все-таки, ну, как бы сказать, кучковались и евреи, и прозелиты хазары. Вот. Это в Крыму, в крымских портах и в таманских портах. Вот. И там найдены даже иудейские надгробия. Но эти надгробия, к сожалению, найдены не вместе с могилами, что позволило бы как-то датировать их,
а они разбросаны, обычно бывает, или что совсем уже странно, в общем, их вкладывали в фундаменты, все-таки камень большой, хорошо отесанный, и использовали для фундаментов своих домов. Вот. Но тем не менее, все-таки там были с иудейской символикой надгробия. Это очень, вот это единственное место, где их находят пока, во всяком случае. Это в Крыму и в Тамане. Вот. В Крыму, в Восточном, причем в основном. А как тогда было с иудейской казарской перепиской? Ну, вот, вам придется разбираться. Сейчас, да, сейчас. Но я совершенно с вами согласна, что и Тиль-то нет, и поэтому мы не можем сказать... Тиль — это столица. Иосиф пишет, да, и Тиль — столица. Вот, Иосиф пишет, что там были и церкви, и мечети, и синагоги. Ну уж не то, что эти храмы найти не можем, но и самого города до сих пор. Но о проблеме столицы Итиль мы поговорим еще чуть-чуть выше, выше я имею в виду эфир. Археологии ниже. Ниже, да. А все-таки ваше возражение как историка? Это не то чтобы возражение. Дело в том, что археология всегда не совпадает и не должна совпадать с историей, потому что это не только разные науки, но и историки описывали реальность не так, как видели бы мы ее сейчас с вами. Сами у них были свои традиции, стереотипы описания. И еврейско-хазарская переписка, состоявшаяся в 60-е годы X века, перед самым концом, катастрофой хазарского каганата, она также была составлена вот в этих раннесредневековых традициях. Там в подробностях описано, как хазарский правитель, носивший еще языческое имя Булан, принял иудаизм. К нему явился ангел Божий, который и обещал ему победу в войне. Мы можем вспомнить Иисуса Навина и традиции вполне иудейские, традиции священного писания. Вот то же самое произошло с Буланом. Ангел Божий обещал ему победу, получение богатств, если Булан примет истинную веру. Булан одержал победу и должен был принять истинную веру, как ему настоятельно рекомендовал ангел Божий. Это официальная история, пересказанная самим царем Иосифом. Но дальше начинается история, которая, конечно, уже имеет отношение к вполне определенным политическим реалиям. Ибо как только Булан принял иудаизм, а с ним вместе, как и со всяким военачальником, конечно, должна была принять новую религию, подчиняющаяся ему армия с армией и весь народ, как только Булан принял иудаизм, по нему тут же явились послы от двух великих держав, с которыми соперничала Хазария, от арабского халифа и от Византии, от византийского императора, который стали пытаться его образумить, потому что, действительно, с их точки зрения, он сошел с ума. Он принял веру всеми гонимого и презираемого народа. Тогда вот и вступил тот самый Булан в замечательную полемику, а именно он спросил у кадия, мусульманина, какую веру он считает более истинной, веру иудеев или веру христиан. И, конечно, кадий сказал, что вера иудеев более истинна, ибо мусульмане почитают всех иудейских пророков. Тот же вопрос задал Булан христианину, и тот должен был сказать, что, конечно, вера иудеев более истинна, чем вера мусульман, ибо, конечно, Мухаммед, с точки зрения христиан, заблуждался. Таким образом, получалось, что вера иудеев есть истинная вера, признаваемая представителями обеих мировых религий. Что, в общем, соответствовало действительности, потому что и для мусульман, и для христиан невозможны были нормальные отношения с язычниками, идолопоклонниками. Угу. Но отношения... То есть в этом была основная причина? Конечно. Но отношения с народом книги, с народом священного писания, нормальные отношения были возможны, поэтому мы знаем иудейские общины и в Византии, в самой столице Константинополе, и иудейские общины на территории халифата. И в Багдаде, и впоследствии в Кордоне, ну, откуда состоялось. Более того, мы знаем иудейские общины на территории Руси, в том же самом Киеве и в том же самом X веке. Да, да, это была добрая традиция, которая была установлена в период господства хазар, благодаря открытию знаменитого Киевского письма. X век уже конец.
Так вот, да. Прежде чем говорить о конце хазарского каганата, да, мы давайте вернемся к проблеме существования столицы, проблеме нахождения столицы, поскольку мои сведения об этой современном состоянии проблемы датируются где-то, наверное, середины 90-х годов. Мне хотелось бы знать, что сейчас происходит в дельте Волги, где, скорее всего, и располагалась столица. Ну, как ни странно, да. Вы лучше знаете. Сейчас оказывается, что я поневоле оказался свидетелем того, что там происходит. А именно не далее, как 2 года назад, совместная экспедиция Института археологии Еврейского университета в Москве и наших астраханских коллег начала исследование давно известного поселения, расположенного на острове вдоль дельты Волги, недалеко от Астрахани, поселение Самозделка. Оно было известно благодаря находкам на поверхности, там были также и работы по шурфовке, археологические разведки. То, что находили археологи на поверхности, вызывало интерес, потому что помимо традиционной керамики, связанной с эпохой господства Золотой Орды, там была более ранняя керамика, которую видела и Светлана Александровна. И вот эта керамика как раз и заставила задуматься о том, нет ли более ранних слоев на этом городище. Думали, что на нем нельзя копать, потому что рядом почвенные воды. Выяснилось, что это не так. Были специальные почвоведческие исследования, которые доказали, что и в те времена, когда существовала Хазария, этот остров не затапливался. Mm-hmm. Он был сухим. Mm-hmm. И на протяжении ближайших 2 сезонов удалось вскрыть небольшую, конечно, площадь, но довольно уже мощный культурный слой открыть. Mm-hmm. А с любопытнейшими находками... Золотая Орда. Пока еще неизвестно, насколько это Золотая Орда, потому что те строения, которые обнаружили археологи, использовали кирпич из более ранних построек, не ордынский. Так что нас ждет там внизу, мы пока не знаем и боимся гадать, но ясно, что это действительно одна из археологических сенсаций, потому что это первый памятник такого рода в Нижнем Поволжье. Да. Никаких вот следов такой городской жизни именно здесь, в отличие от Дона, мы не знаем. Я боюсь сглазить, но вот сейчас вроде бы какие-то есть надежды на то, что мы откроем, ну, если не столицу, то какой-то из городов, который, возможно, существовал и в эпоху Хазарии. Ну, город довольно большой, как я понимаю. Город должен быть, конечно, довольно большой. Вряд ли можно предполагать, исходя из просто здравого смысла, что рядом со столицей располагался еще один довольно большой город. Так что, может быть, надо держать пальцы вот так и действительно идти. Вы знаете, в те времена почему-то любили рядом строить довольно много всяких крепостей. Тем более там есть целые гнезда, целые системы. Так что все может быть, но пока вот этот остров, конечно, оказывается самым интересным местом в дельте Волги. Ну, посмотрим. Ну, учитывая, что другие места просто копать нельзя. Нельзя копать, да. Очень рад, что он так заразился на этой идее. Вот. Потому что мало кто из археологов даже верит в эту самосделку. А вы смотрите, загорелись. Вот. Дело в том, что 5 лет назад вот этот вот Васильев, астраханский археолог, совсем еще молоденький, привез вот первые оттуда подъемный материал, как раз как его называют, вот привез мне. И когда я увидела хазарскую керамику, агусскую керамику, ну, и золотоордынскую. Вот. Я говорю, с каким пренебрежением вы говорите о золотоордынце? Да. Так это было, я говорю, так это у вас может и киль. Вот. Вот кто это придумал. Да. Так он же статью даже в советской археологии уже написать успел. Ну, я тогда советская еще археология была, но я это все-таки зарезала эту статью, говорю, рановато. Но тем не менее, это вот естественно, когда приносят совершенно явную хазарскую керамику, то. И причем он сказал, откуда он ее, так сказать, выковырил. Вот.
Понятно, сказал я, да даже они почти инсепы, как сказать. Ну, вот сейчас вот проходит второй международный коллоквиум по хазарам именно в эти дни. И завтра должен быть доклад Зельвинской и Васильева о последних находках на самоделке, предварительных итогах раскопок последнего сезона. Так что, может быть, и завтра мы узнаем кое-что побольше, чем я сейчас в состоянии рассказать. Да, ну, может быть. Но особенно-то, конечно, обольщаться пока не надо. Не будем. Хорошо, мы сейчас вынуждены прерваться на рекламу. Понятно. А когда вернемся, я бы хотел, чтобы вы рассказали об отношениях Руси с хазарским каганатом. Как они выстраивались на протяжении там полутора веков и чем закончились. А, собственно, после этого мы сможем поговорить и о конце хазарского каганата, и о судьбе хазар после. Может быть, да. Это. Может быть, это будет. Отключили? Да. Хотите пить что-нибудь или? Значит, вы передали пейджер. Тут эфирное вот 22 сообщение пришло. Читать. Вот и в сторону. А вниз, если вы удалять, то вниз и там. Вот вчера было, сейчас я скажу. Вчера было уже плохо слышно. Пришли сообщения. Да. Как может существовать большая хазарская столица на территории городища Самозделка в размере 500 метров на 500 метров? А это вопрос? Вопрос, да, на пейджер пришел. Так и рядом-то тоже были, наверное. Не только на холме находились. Отвечать надо? Нет, это мы можем чуть позже. Это сообщение продолжает приходить, я пытаюсь понять, где сейчас проходит второй хазарский конгресс по хазарам. Конгресс называется. Коллоквиум это, конечно. Да. Это да, интересные даже есть кое-какие эти. Расскажите о работорговле в хазарском каганате. Какая? Этого мы практически не знаем. Ну, у меня уже столько вопросов здесь. Батюшки. Ну, а еще? Алло. Да. Я хотел бы спросить у вас, известно ли вам о том, что в Киеве сейчас добытые копии манускрипта Вурмича «Послание Ариян Хазарам» или «Письма Божьему Оку». Если известно вам, расшифровку уже сделал Джон Стойко в Соединенных Штатах, имеется ключ, но почему-то ни в России, ни на Украине эту книгу не расшифровывай. Будете отвечать на вопрос? Да, мы в эфире, но учтите, что мы имеем право либо отвечать на вопрос, либо нет, как он заблагорассудится. Если это нас уводит от темы, мы можем не отвечать. Это нас несколько уводит от темы, потому что возникают у исследователей сомнения в аутентичности этих самых документов. Пока мы не будем видеть эти документы опубликованными критическим образом, мы не в состоянии будем на них реагировать, потому что, к сожалению, довольно много всяких мистификаций по этому поводу существует науки не только вокруг хазар, но и вокруг всех прочих народов, особенно связанных с началом любой этнической истории. Мне только что говорят, что звонок был из Киева, и человек, который звонил, является обладателем фолианта, как он говорит, и готов вступить в дискуссию о его исследовании, если это кому-то будет интересно. Конечно, все мы открыты для дискуссий, для исследований, тем более для этого надо видеть сам памятник. Конечно. Так что, уважаемые, не знаю, как вас зовут, представитель нашей аудитории, свяжитесь с редакцией или пришлите сообщение на пейджер, как вас найти. А номер пейджера появляется время от времени у вас на экране, и звучит он так. Программа Гордона, 97442, абонент программы Гордона. Сообщения начинают приходить, и вот вопрос. Как может существовать хазарская столица на территории городища Самозделка, размер которого 500 метров на 500 метров? Ну, мы не знаем точно размеров этого городища. Сам остров больше. Мы не знаем также того, что было на других берегах. Для этого нужны разведки. Только два сезона проведено на этом городище.
слой мощный, сейчас уже, ну, по крайней мере, метра полтора, очень мощный слой для этого региона, и есть надежда на то, что действительно перед нами будет настоящий городской памятник. Мы должны помнить, что города в Восточной Европе в X веке были отнюдь не мегаполисами по своим размерам. И, это достаточно большой памятник. Достаточно вспомнить, что территория Московского Кремля приблизительно укладывается в эти же размеры. Да, конечно. И он, этот Кремль, не был заселен, так как заселялись эти самые поволжские города. А вокруг еще раз какие-то юрты стояли, домики вокруг этого холма. Безусловно. Очень много вопросов по поводу связи караимов и хазар, но мы отнесем ответ на них вдруг в третью часть нашей программы, когда будем говорить, собственно, о том, что стало с хазарским каганатом после его исчезновения, с населением хазарского каганата. А пока, мне кажется, важным все-таки ответить на вопрос, который я задавал до того, как мы ушли на рекламу, отношение Руси и хазарского каганата. И, кроме того, задают вопрос очень многие сейчас, а на каком языке говорили в Хазарии, в хазарском каганате? Какой язык был общепринят? Язык был тюркский, конечно. А Руси, наверное, придется говорить больше мне. Я только одно соображение скажу, а вы будете, наверное, опровергать. Вот. Дело в том, что мне кажется, что на Руси просто этот вопрос, ну, как бы сказать, несколько не... Ну, сложный. И, ну, мне кажется, что его не стоило бы даже задавать. Потому что Русь и Хазария как, практически встретились только в X веке. Ну, вот. На закате Хазарского. Да, на закате каганата. И этот самый Русь как раз... Только еще начинало ведь формироваться в X веке. Вы не согласны с этим, наверное? Так мне кажется. И поэтому не могло быть особых каких-то взаимоотношений, причем опасных для Руси, от хазарского каганата в X веке. Хорошо, тогда какова связь и отношение хазарского каганата со славянами, населявшими территорию, на которой потом возникнет Русь? Это дело другое. Это вы, это можете и вы говорите. Тем более, что ответите сейчас и мне. Ну, о славянах мы уже говорили. Действительно, мы видим, как, по всей вероятности, под эгидой хазар, мы видим, как распространяются славянские поселения. Не только в Среднем Поднепровье, там, где славяне опасались селиться в средние века при половцах, при хазарах они селились, и вплоть до Дона славянская колонизация распространяется. Так что, в принципе, Ключевский оказывается прав, и вот эта надежная, твердая власть хазар давала возможность спокойно расселяться земледельцам под этой властью. Но не все было так спокойно в Восточной Европе, потому что на севере-то этой Восточной Европе появились весьма неспокойные люди, о которых говорили тут недавно. И на Востоке появились неспокойные люди. На Востоке тоже они там все время были. Да, дело в том, что в X веке практически вот то, о чем я говорила, что замечательные поселения, крепости, полосе лесостепи и степи. Все это было сметено. Сначала начало разрушаться нашествием венгров, а потом печенегов. Печенеги, следы печенежских погромов видны, мы находим на поселениях. Трупы людей, ну, растащенные зверями, но тем не менее, то есть не похороненные. Вот. Разбитые горны, нарочито разбитые камнями брошены и разбиты все горшки в горне, которые обжигались. Вперед работа горна. Все это вызывало, по-видимому, такую
антипатию и кровь у печенегов. Но, кроме всего прочего, им просто нужны были пастбища, а не эти самые поселения. И они все уничтожили. Поэтому в X веке как раз не было такой даже стыковки у хазар с... И Русь действительно уже, и ведь тех же северян, будем тогда говорить, здорово подвинули тоже на север. Вот. Вы какой-то знаете? Ох, была стыковка. Стыковка-то была и в 9 веке, если... В 9-м-то была. И в 10-м тоже еще страшнее. Но не с Русью. Да с Русью, именно с Русью. Нет. Другое дело, что мы не всегда верно понимаем, что такое Русь. Вот то, о чем говорили в свое время Татьяна Джексон и Федор Успенский. Вот это та активная группа выходцев. Имеется в виду, да, конечно, викинги. Которая потрясла тогда весь мир, включая и Восточную Европу и Хазарию. И царь Иосиф, когда он писал, что Хазария защищает весь мир от этой Руси, конечно, имел в виду вот эти дружины гребцов, которые действительно терроризировали все побережье Черного моря и Каспия и проникали с торговыми караванами аж до Багдада. Та Русь, которая пришла с Рюриком. Да, конечно. Они там создали примерно такое же государство, которое создавали хазары на юге. Потому что для того, чтобы устраивать эти походы, им нужна была дань, база. Они эту базу получили, и они пошли по Дону и по Днепру. По Днепру было идти удобнее, потому что там... хазарская гегемония была слабее. Вот по Дону и по Днепру они и двинулись, и по Волге тоже, и в Закавказье, и в Византии, туда, куда в свое время устремлялись и хазары в период дранг движения против цивилизации. Да. Вот эти самые первые русские дружины, их князья стали претендовать уже в 9 веке на титул Кагана. Каган – это не просто хан. Каган – это правитель некой империи. Он правит не одним народом, а многими народами и многими землями. Русь претендовала в 9 веке на этот титул. Этот титул за Русью не признавали, но... Но некоторые князья все-таки самоназывались Каганами. Да, Русь на это внимания не обращала. И, конечно, это противостояние, сложившееся в IX веке, ощущалось, и это видно на памятниках археологических в том числе. Мы можем себе представить, как вещий Олег смог, опираясь на свою дружину, дойти-таки до тех пределов, где гегемония Хазарии, по царю Иосифу должна была продолжаться до X века. Но Олег где-то в 882 году захватил таки Киев и присвоил себе хазарскую дань с тех славян в левобережье Днепра, которые должны были платить дань именно хазарам. Олег взял ее себе, и тогда у него появилась собственная база для знаменитого похода на Царьград. Но этого было мало, и, конечно, русским князьям совершенно ни к чему была Хазария, которая контролировала другие речные пути и по Дону, и по Волге. Это противостояние в X веке велось с переменным успехом. Нам даже известно о другом каком-то князе, который носил такое же имя, Олег Хельгу, который был натравлен византийским императором Романом на хазарские владения в Крыму, был разбит, вынужден был пойти походом в войске князя Игоря уже против греков, против Константинополя. Это очень типичная геополитическая ситуация, типичная для Восточной Европы, конечно, втягивала Русь с самого начала сложения этого государства. Вот в это противостояние тогдашних великих держав в Причерноморье. Противостояние Хазарии и Византии. Русь выступала на стороне то тех, то других, кому было выгоднее служить, тому и служила Русь с ее дружинами, имея в виду в первую очередь свои интересы. Если надо было выступать на стороне Византии против хазар, выступали. Если наоборот, выступали против греков. Но вот тут возникает вопрос, к ответу на который мы должны прийти. Как в
очень короткий исторический период. По сути дела, на протяжении жизни одного, там, двух поколений. Мгновенно вот это образование, по сути дела, исчезает. Исчезают хазары. Куда? Где? Я имею в виду вот конец хазарского каганата. Ну, это не два поколения, все-таки больше прошло. Так как 300 лет существовал вообще-то каганат. Нет, я имею в виду исчезновение практически. Это дело в том, что мы немножко всегда забываем о том, что хазары все-таки были не кочевники, как я уже говорила, но всадники. И без всякого сомнения, очень большая часть их просто влилась в орды печенегов. Вот. Дело в том, вот почему я это говорю. Потому что, как ни странно, черепа печенегов совершенно идентичны черепам хазар. Вот, то есть, не хазар, собственно, а болгар, хазар, этих вот предшествующих им тюрок. Вот. И, то есть, печенеги должны быть более хотя бы монголоидны. Они все-таки долго на Востоке обретались и формировались в качестве нашествия. Это в качестве нескольких орд, которые больших. Орда обычно 40 тысяч, несколько таких мощных орд двинулась и уничтожила. И в них начали вливаться хазары. Очень спокойно это можно понять. Это первое, куда хазары и болгары. Мы все время забываем, болгары те, древние праболгары, как мы их называем. Тюркоязычные. Тюркоязычные болгары, да. Угу. Которые, между прочим, в основном и занимались вот сельскохозяйственными работами. Так вот, так сказать, созиданием. Вот. А хазары воевали, конечно, но не все, ведь и хазары были тоже рядовые. Вот. Мы просто их не знаем. Мы еще, как вы знаете, не нашли по-настоящему хазар. Вот. Рядовых не нашли, воинов находим только. Вот. И дело в том, что я почему считаю, что Русь нельзя сравнивать с Хазарией, потому что у Хазарии было уже большое государство. Она ни на кого могла не накладывать. Это была ее каганская земля, так какая дань? Это подати, это не дань, тогда налоги. Мы что, платим дань? Мы же тоже не платим дань государству. Это кто как? Бывают и неформальные отношения даже в нашем обществе. Да. Дело в том, что это вот мне так кажется. Но только слиянием с печенегами можно объяснить? Прежде всего с печенегами. Потом часть из них отступила на север. Действительно, и на Русь, действительно, довольно много встречается казаричей сел на Украине, и у нас тоже в Воронежской области казаричи есть, например. Они отступили на север и уже, опять же, тоже влились в те славянские сообщества, которые там существовали. Пример есть такой. Вот дело в том, что в нашей жизни археологической огромную роль играет керамика. Так вот, даже больше, чем изучение черепов, иногда дает именно керамика. В Воронежской области обнаружен один могильник, в котором вроде погребение типичное славянское, языческое еще, у них же урновые трупосожжения. Но керамика, сначала, когда мне ее принесли, я просто даже не могла понять, в чем дело. Это гибриды.
понимаете, полуславянский, ну, будем говорить уж хазарский, но это не вполне хазарский, салтовский даже лучше сказать. Гибридная керамика, вот. Они, то есть совершенно ясно, что там были вот выходцы из хазарского каганата. Вот. Датируется тоже концом X века, началом. Ну, отвечая на вопрос, который так волнует нашу аудиторию, вот, о связи хазар с последующими, с народами, которые позже пришли и на эту территорию, и, может быть, на территорию Крыма, в том числе и караимами. Есть ли какая-нибудь связь между этими народами? Тяжелый вопрос, но особенно если учесть, что многие народы, особенно те группы, которые связаны с иудаизмом, претендуют на то, что они наследники хазар. Но я бы сначала, наверное, даже дополнил Светлану Александровну об исчезновении, собственно, хазарского этноса. Дело в том, что ведь для всех этих этносов, этносов, связанных с государственной структурой, очень существенна была именно эта государственная структура. Когда уничтожалась эта структура, когда терпел поражение Каган и истреблялось его войско, то распадался и сам этнос. Он ассимилировался довольно быстро. Такова была судьба хазар, если говорить о хазарских иудеях, которых было, наверное, совсем немного, мы просто не можем их найти. Ну, ни одна. Нет. То ясно было, что они, конечно, не пошли ассимилироваться к славянам и уж тем более к печенегам. Они отправились туда, откуда, в общем, они и происходили, по большинстве своем. Они отправились в города византийские, конечно, Северного Причерноморья, где слились с существовавшими там всегда иудейскими общинами. Это были иудеи ортодоксы раввинистического типа. Они признавали, по данным арабских источников, и Тору, Танах, Библию и Талмуд, что и свидетельствовало их принадлежности к раввинистическому иудаизму. Караимы придерживаются только Священного Писания в узком смысле, не признавая Талмуда. Это всегда, как происходит это внутри единой, относительно единой конфессии, осложняло чрезвычайно отношения караимов, собственно, с иудеями. У нас нет никаких оснований считать, хотя это иногда встречается и в научной литературе, что хазарские иудеи были караимского вероисповедания. Нет оснований считать, что они не признавали Талмуда, ибо об этом, о том, что не признавали Талмуд, прямо свидетельствует еврейско-хазарская переписка. Караимы, судя по тем источникам, которые сейчас известны науке, появились впервые в Крыму, ну, не ранее второй половины XIII века. Раньше просто о появлении этой этноконфессиональной, как принято говорить, общности ничего неизвестно. Поэтому где-то много существует легенд о том, что караимы восходят к хазарам. Мы вынуждены прерваться сейчас еще на один рекламный блок. Когда вернемся, мы продолжим разговор. Надеюсь, уже забегая чуть-чуть вперед, хочу предвосхитить, может быть, разговор пойдет о... Мы говорили о столице, да? Может быть, вообще о будущем хазарской археологии. Чуть-чуть сказать, тем более, что сейчас проходит коллоквиум. Да, надо сказать, где он проходит. Да, господа, пейджер – это абсолютно бессмыслица, потому что у него лимит 99 сообщений. Он их давно получил, продолжает получать следующие, но я не успеваю прочесть сообщения, как приходит 3 или 4 других, поэтому надо ставить компьютер у вас, вы должны сами фильтровать и в ухо мне говорить вопрос, который заслуживает ответа. Потому что вот это бессмысленно. Да, хазарская проблематика заполонила, во всяком случае, весь эфир. Очень много вопросов, которые касаются Гумилева. Ну, придется что-то сказать. Подруга Гумилева в прошлом, Светлана Александровна. Да, Светлана Александровна, много вопросов, поэтому придется отвечать. А какой например? Этот вопрос можно дать. Сейчас, сейчас. Можно уже? Алло, можно уже спрашивать? Да, пожалуйста. А разве можно вообще хазар вычленять вообще из всего тюркского и вообще евразийского мира?
это же его часть. Ведь Хазария была чистой люминесценцией вечного эля, тюркского каганата. Вот, и культурные традиции. Мало того, что хазары практически почти ничего не добавили. Потому что вот то, что сделали голубые тюрки, гуманисты из степи, практически они просто продолжали традиции. Потом иудаизм, он был последние 300 лет истории, как раз когда внутреннее население хазари поменялось, оно оставалось тюркским, и хазары тюрки. Но там, допустим, стали вместо проболгар другая этническая группа. Мало того, что, скорее всего, падение хазари связано напрямую с отсутствием поддержки населения, составляющего хазари в тот момент. Дело в том, что это для, скажем так, монархии степи было очень важно. Вот, и потом. А связи с Русью, они как были, так и остались. Дело в том, что вот Саркел, Белая Вежа, Тумой-Таракань, как бы русские княжества, но дело в том, что русские, мы никогда не отделяли себя от тюркской составляющей. Мало того, например, казаки вообще, скорее всего, имеют тюркские корни, и это естественно для России. Это типичные евразийские принципы. То есть, это начало, скажем так, нечто похожее на европейскую демократию, истоки, но немножко сложнее. У нас отсутствует национальный антагонизм. Вы поняли вопрос? Хотите на него ответить? Нет, я не понял. Много. На самом деле, был не вопрос, а выступление. Может быть, пригласить человека на коротком? Ну, о евразийском этом синтезе, конечно, можно сказать кое-что. Если мы уже в эфире. Да, мы в эфире, но давайте мы все-таки вот будем учитывать пожелания остальной части аудитории, которая настойчиво задает вопрос о работах, о мыслях, размышлениях Ивана Николаевича Гумилева, о хазарах. Вы хотите сказать что-нибудь, ответить на эти вопросы? Светлана Александровна давно была знакома с Львом Николаевичем. Я с Львом Николаевичем знакома была, ну, собственно, еще тогда, когда Анна Андреевна жива была. Вот. То есть, прям скажем, давно. Вот. Но дело в том, что мы как раз поссорились из-за хазарии, и очень основательно. Именно потому, что Лев Николаевич отправился в свою экспедицию, совершенно не будучи подготовленным к ней, он не археолог, он блестящий, совершенно, собственно, популяризатор науки, на мой взгляд. Ну, скажем так, в традиции 19 века вы назвали бы журналистом, да. Можно. Но ни в коем случае, археология трудная и скучная наука. И для таких, как он. И поэтому он ездил на лодочке по Ерикам Волги, вот, и смотрел бугры, находил там погребения. Например, одно из них, во всяком случае, я знаю, с солдатскими пуговицами красноармейскими, а он говорил, что это барсил, вот, и так далее. Ну вот, а потом он перешел в Дагестан в том же году и окончательно потопил каганат. Он сказал, что все затоплено, ничего найти невозможно. Вот. Нашел он, собственно, вот одно только городище, оно очень около Шелковской, теперь такой популярной станицы. Это снял с него план, конечно, с грандиозными ошибками. Вот. И потом, значит, с победой явился в Ленинград и написал книжку «Открытие Хазарии». Это было просто чудовищно. То есть вы не можете простить этому до сих пор? Я до сих пор не могу простить, хотя он уже давно там. Ну вот, теперь... Нет.
Да, теперь так, другие его работы. Вы понимаете так, если вы читаете работы Гумилева, то, вы знаете, вам будет нравиться. И очень интересно. Я сама знаю, что я вот, например, не очень хорошо знаю Гумилев. И я с необыкновенным удовольствием прочла его книгу. Да, и она даже лучше, чем у Бернштама. Хотя у Бернштама тоже неплохая книжка. Ну вот, вот видите как. То есть, если ты не знаешь, то читаешь его с увлечением. Если же знаешь вопрос, то вот приходишь в такую ярость, как вот сейчас я вам продемонстрировала. Вот. Так, например, я знаю, как ученые в Сибири реагируют на книгу «Древние тюрки». С ними такие, получается, тоже конвульсии. Вот. Ну вот. Дело в том, что потому что Лев Николаевич не упруждал себя тем, чтобы даже проверить лишний раз сноску на источник. Вот. Это казалось такой мелочевкой, когда так интересно получается. Вот. И это он писал все время так. И, а те книги, которые он писал, а вот как раз «Русь великая степь», это меня, ну, это даже вы, вероятно, больше приходите в ярость. Вот. От этого, потому что это тоже бознет что. Ну, вот. Поэтому, как ученый, историк, может быть, вот мне, например, нравится теория его пассионарного народа. Угу. Вот. Я считаю, что хазары были пассионарии. Вот, ну, вы поэтому... знаете, я вот лично знаю огромное количество людей, которых именно эта теория приводит в ярость. А мне наоборот. Да. Да. Да, потому что пассионарный народ, ведь ну вот сейчас он пассионарный, а потом вот потерял пассионарность. И это многие народы так. Mm-hmm. Мы же знаем, и теперешние народы так теряют пассионарность на глазах, буквально. Вот. Но хазары были, когда они образовали государство... Да, одну секунду. Угу. Они были... Здравствуйте. Здравствуйте, это издалека. Вы знаете, ставим. Я хочу такую небольшую реплику. У меня такой вопрос. Известны ли вам о караимах на территории Крыма и Литвы? В Тракае. Это тюркоязычные караимы. И вообще, по легендам народа и по документам, считаются они потомками хазар. Но их, они очень немногочисленные. Все на переучет, все друг друга знают. Вот, что бы вы могли сказать на это? Что, если вы в курсе этого небольшого, очень небольшого народа, который исповедует караимскую веру, а родной их этнический язык – это тюркский. Вы сами принадлежите к этому? Считается, да, я сама принадлежу к этому народу. И хочу вам сообщить, что сейчас вот Литва смотрит вашу передачу и передает вам благодарность и... Угу. Ну, так сказать, о том, что вспомнили. Да, спасибо. Как мы считаем наших предков. Я с удовольствием посещал Тракай, и я знаком с крымскими караимами. Да, до свидания, спасибо за вопрос. К сожалению, нет никаких документов реальных, есть только легенды, о которых я говорил. Легенды, составленные, ну, не очень давно о хазарском происхождении караимов. Даже легенда о том, что караимов в Литву из Крыма вывел Витовт, и та, в общем, не подтверждается источниками так рано, в конце XIV века. Скорее, в Литве караимы не появились. Почему они говорят на тюркском языке? Потому что повсюду, где жили группы иудеев или караимов, это все равно, все этносы, которые оказывались в иноязычной среде, переходили на язык окружающего населения. Господствующим языком местного населения Крыма и в период ордынского завоевания был, конечно, тюркский язык, точнее, кыпчакский. Они перешли на этот самый язык, который, ну, никакого прямого отношения к языку хазар не имеет. Хотя это, конечно, один из тюркских языков. Мы не будем больше заострять внимание на этой проблеме. Одно из первых сообщений, которое пришло на пейджер, адресовано лично вам. Вас просят держаться. Это группа ваших товарищей археологов, которые как раз самоделку и копают.
Вот. Да. Но они говорят, что они вам, вернее, хазарам ее не отдадут, что у них совершенно четкие представления о том, кто жил на этой территории, которые не совпадают с вашими. Поэтому Итиль там или не Итиль, мы узнаем, я думаю, в ближайшие несколько археологических сезонов, если Бог даст. Ну, попробуем. Они мне тоже это говорили. Угу. А все-таки, как, каково будущее хазарской археологии на территории хазарского каганата? Дело в том, что вот мы, я говорила сначала, что открыто тысяча уже разных памятников, вот, ну, даже больше, конечно, вот, разнообразных памятников на территории Хазарии, которые свидетельствуют о ее, так сказать, жизнедеятельности. Так вот, это исследовано примерно, вот территория Хазарии исследована примерно на, ну, будем говорить, на 1/4 часть. Вот. Все остальное белое. И вот, как вы видите, даже Нижняя Волга еще не исследована. Вот на лодочке поездили, покатались только. Вот. Понимаете, мало археологов, очень много работы и очень мало археологов-хазароведов, собственно, хазароведов. Кроме того, сейчас ведь очень трудно организовать экспедицию. Нужны, прежде всего, ну, деньги. Вот. Даже экспедицию разведки. В настоящее время очень, наверное, сложно вести разведки. Я не знаю, как. Теперь мы же ходили просто по полям и искали памятники. А сейчас там бандитов полно каких-нибудь. Или вот побоятся ходить, наверное, вот так. Ну, женщин, конечно, даже и ну, мужчины, ведь если нападет человек 10, то ведь все равно погибнет. Даже на археолога, и это, то страшно. Это смешно звучит, но, ну, честно говоря, работать сейчас в Хазарии, пожалуй, затруднительно. Вот. И я думаю, что сейчас в основном надо, конечно, обрабатывать хотя бы то, что мы нашли и накопали. Вот, тот же Артамонов не смог издать полностью ни саркел, ни перекрывающие саркел слои белой вежи. Вот. Теперь вот я вот этим занимаюсь, например. Также и другие ученые свои материалы пытаются обработать и как-то новых уже не ищут даже. Я считаю, что копать, может быть, сейчас и не надо, потому что сейчас, вы понимаете, с каждым годом все больше и больше открытий технических. И я думаю, что все-таки когда-то археология сможет пользоваться всеми достижениями нашей науки, наших наук технических. И вот тогда, может быть, мы сможем прийти на ту же самосделку или рядом стоящий памятник. У нас есть общая беда, увы. Общая беда это тотальный грабеж археологических памятников. Это кошмар настоящий, гораздо хуже, чем угроза даже жизни и здоровью археологов. Дело в том, что они-то и не бьют археологов. Да, вот это действительно так называемая черная археология. Тут это уже наша политическая проблема, ибо родители тех земель там в Краснодарском крае, которые кричат, что мы никому не отдадим нашу землю, мы ее сбережем, вот там-то и происходит главное разграбление, в том числе археологических сокровищ. У земли и археологических памятников не оказалось сейчас хозяина, некому это охранять, и это настоящая катастрофа. Катастрофа связана не только с хазарской археологией, но и с археологией вообще. Мы должны прерваться еще на один рекламный блок, и очень скоро вернемся для того, чтобы обсудить
околонаучные теории исчезновения хазар и превращения их в другие народы, в том числе в евреев Ашкенази в Западной Европе и в Восточной. Да. Да. Да, только сегодня этим и занимались. Ну, дело в том, что я должна сказать, что я этим совершенно не занимаюсь. Ну, вы знаете, были генетические исследования, которые все-таки опровергли эту теорию, вне всякого сомнения, да. Но определенное количество генов, не присущих ни евреям, ни народам населяющих Добрый вечер. Восточную и Западную Европу, был. То есть на этом пути с кем-то они смешивались. Возможно, что и с хазарами. Возможно. О Кеслере я скажу немного, потому что сейчас издана книжка. Да, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Я хочу сказать, что я в Югославии. Знают ли вот собеседники ваши, что в Югославии обнаружены еще в конце 80-х годов памятники хазарского типа с конца 11 века, с самого конца 11 века, с иудейской символикой, и известно ли это вот как раз вашим собеседникам? Что хазары после разгрома Каганата эмигрировали в Югославию, точнее даже под Сремские Карловицы. Под Новисад, Воеводина. Да, да, известно. Ну, если возможно, как-нибудь как-то мост проведите между, вот, как говорится, русскими хазарами, в смысле, приволжскими хазарами и теми хазарами, которые сохранили, собственно, свой этнос. И довольно долго, вплоть до начала 12 века, они проживали там очень компактно. Только сегодня доктор Бунарджич из Воеводины, автор раскопок в знаменитом памятнике Челарева, делал доклад на нашем коллоквиуме, проходящем в Королеве, об этом кто-то спрашивал, сейчас на втором хазарском коллоквиуме, где, увы, он расставил точки над «и», выясняется, что действительно открытые погребения, где сохранились кирпичи с иудейской символикой, не имеют никакого отношения к хазарам, потому что сам этот памятник относится к позднеаварскому времени. Прекратил существование этот памятник в самом начале IX века, когда ни венгры, ни кавары, никто из хазарских племен или их сателлитов не появлялся еще в Центральной Европе. Пока это одна из археологических загадок. Целиком еще не опубликован этот памятник. Нет, опять-таки, вот денег и у наших коллег в Югославии для того, чтобы закончить это исследование. Это общая археологическая проблема. Это одна из загадок существования иудейской общины в каком-то действительно вот аварском окружении. Датировка тоже пока еще неизвестна. И этих скудных по инвентарю могил с иудейской символикой. Так что нас еще ждет исследование, подробное исследование вот этого памятника в Челареве. Это еще впереди. Но этот памятник не имеет отношения к хазарам. Что касается всяких известий о кочевниках или наследниках кочевых этносов, которые придерживаются иудейского обряда в Венгрии, то они какие-то очень пока смутные и толком мы не можем соотнести эти известия, ну, собственно, с хазарами. Вот это действительно загадка, едва ли сейчас кто-нибудь в состоянии определенно ответить на этот вопрос. А все-таки теория Кеслера, которая возникла на почве борьбы с антисемитизмом, насколько я понимаю, идея, которая заключается в том, что 70% евреев, которые живут ныне на земле, а именно ашкенази, не являются, собственно, евреями в антропологическом смысле этого слова, а так или иначе наследуют религию именно от хазарского каганата, от племен, которые составляли хазарский каганат. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, можно даже сказать, что Артур Кеслер, знаменитый английский писатель и публицист, в какой-то мере напоминает Льва Николаевича Гумилева. Его книжка сейчас переведена с очень хорошими подробными комментариями, научными комментариями. В Петербурге в прошлом году издательство «Евразия» подготовило эту книгу. Действительно, Кеслер еврей по происхождению, ашкеназ, после Второй мировой войны попытался
аргументировать несостоятельность антисемитизма, нацистского антисемитизма, при помощи вот таких квазинаучных аргументов. Якобы ашкеназы не имеют семитского происхождения, а имеют происхождение тюркское. Все равно Гитлеру было тюркское и семитское. В общем, конечно, Гитлер был такой специалист в области этнической истории, что он мог по-всякому формулировать свои идеи. Но Кёслер действительно создал вот эту легенду, то есть продолжил легенду об исчезнувшем колене, 13-м якобы колене Израилевом, который якобы представляли хазары. Действительно, очень много было сделано попыток отыскать, ну, хоть какие-то следы хазарской традиции в традиции ашкеназов. Эти следы были обнаружены, они настолько ничтожны, и сегодня об этом говорил профессор, иерусалимский профессор Вольф Москович, они настолько ничтожны, что говорить о каком-то серьезном влиянии хазар на развитие ашкеназов в Европе просто не приходится. Это, конечно, совершенно самостоятельные народы со своей историей. Мы хорошо знаем, как ашкеназы заселяли Западную Европу, знаем, откуда они туда пришли, знаем, на каком языке они говорили, хотя этот язык довольно слабо изучен. Еще очень много вопросов по поводу народов Кавказа, Северного Кавказа, который до сих пор исповедует иудаизм, тут приводятся таты в пример. Есть ли какая-то связь между ними и хазарским каганатом? Вот здесь как раз гораздо больше возможностей для исследования, но, увы, эти возможности на Северном Кавказе и в Азербайджане сейчас чрезвычайно ограничены. Действительно, горские евреи, или таты, как их называло окружающее население, сохраняют довольно древние традиции, средневековые традиции, но пока напрямую, опять-таки, увязать их с хазарами невозможно. Хотя даже имена, персональные имена горских евреев иногда нам напоминают имена хазарские, известные по еврейской хазарской переписке. Здесь опять нас ждет, по всей вероятности, в будущем интересная работа, которая только начинается. Найти корни. Вот, этих татов, когда они там появились? Это действительно непонятно, потому что они могли появиться и позднее, чем хазары на несколько столетий в 16-17 веке с теми же иранскими традициями, которые были и у хазар, связанных всегда с иранскими традициями. Так что очень трудно сказать определенно, что сейчас и горские евреи восходят к, собственно, евреям хазарским. Но ответ на вопрос я позволю себе дать. То, о чем мы договорились, достаточно безусловно, задает вопрос по поводу аланов, верных союзников хазар, которые долгое время имели с ними общую военную и другую историю. А куда делись аланы? Аланы никуда не делись. Это, собственно говоря, предки современных осетин, населяющих и Северную, и Южную Осетию. Все-таки аланы же не были союзниками хазар. Они были подчинены хазарам. И часть алан в свое время, хазарский каган, как все, между прочим, властители Востока, перекинул на пограничье. Эти очень интересно, что вот сейчас как будто это устанавливается. Они исчезли как раз из Среднего Предкавказья примерно в 8 веке. То есть как раз тогда появились вот они там в лесостепной пограничной со славянами зоне. Ну, история Алан — это отдельная история. Да. История Алан в Западной Европе — отдельная история. Это, конечно. Ну,